С вами Василиса Воробец, немного фактов из мировых чартов и не только. Церемония вручения премии Europe Music Awards в этом году была отменена в прошлом месяце из-за нестабильности мировых событий. Однако в воскресенье, в день проведения Europe Music Awards, MTV опубликовала список победителей. Тейлор Свифт стала крупным победителем конкурса MTV Europe Music Awards 2023 года, получив награды в категориях «Лучший артист», «Лучшее выступление» и «Лучшее видео». Чонгук, Манескин и Ники Минаж получили по две награды. Звезда BTS выиграл лучший кей-поп и лучшую песню за Seven с участием Лата. Манескин выиграл лучший рок и лучший итальянский исполнитель. Минаж получила награды лучший исполнитель США и лучший хип-хоп. Билли Айлиш выиграла премию лучший поп-исполнитель. Лолита присоединяется к Анне Асти, Мари Краймбери, Зиверт и Максим как единственным исполнительницам, которые имеют свыше 4 миллионов слушателей на Яндекс.Музыке за текущий месяц. Кэти Перри сообщила, что нас ждет новая эра уже в следующем году. Также поп-икона отправится в мировой турне в поддержку будущего альбома. Издание Daily Mail сообщает, что Дуа Липа, Мадонна и Coldplay станут хедлайнерами фестиваля Glastonbury 2024. В истории фестиваля это первый раз, когда хедлайнеры две женщины. Суперхит «Девочка, танцуй» преодолел порог в 20 миллионов прослушиваний на Spotify. Это уже второй сингл для группы Arctic и Asti, преодолевший данный порог. Уютный хит «Cardigan» от Taylor Swift преодолел порог в 1 миллиард прослушиваний на Spotify. Это восьмая песня артистки, преодолевшая данный порог. Лолита – единственная исполнительница, две песни которой находятся в топ-5 чарта ВК-музыка. Мона обошла инстасамку и становится седьмой самой прослушиваемой исполнительницей на Яндекс.Музыке. Наконец-то мы знаем, зачем Джаред Лето учился ползать по домам. Чтобы со 102 этажа Empire State Building представить новый концертный тур группы 30 Seconds to Mars. Тейлор Свифт с композицией Is It Over Now дебютировала с первой строчки в британском сингловом чарте. Это ее третий номер один в данном чарте после Look What You Made Me Do 2017 года и Anti-Hero 2022 года. На второй строчке также расположилась песня Тейлор Now That We Don't Talk. Тройку лучших закрывает касса And Ray, D-Block Europe, Prada. Начиная с 2024 года песни на Spotify не будут приносить доход до тех пор, пока они не будут прослушаны тысячи раз. Об этом сообщил ресурс Music Business Worldwide. А теперь итоги мировых чартов. На этой неделе лидер чарта Billboard Artist 100 Тейлор Свифт. Лидером Billboard Hot 100 на этой неделе стал трек Is It Over Now Тейлор Свифт. Чарт TikTok Billboard Top 50 вместе Take a Beach. На первой строчке чарта Spotify Global Standing Next to You – Чунгук. В Беларусь iTunes Top Songs – лидер Зиверт – Live. В чарте Spotify Беларусь – лидер «Три дня дождя» – Прощание. В Яндекс.Музыка лидирующую строчку занимает «Три дня дождя» – Прощание. Лидер Шазам у минчан на этой неделе – Атладиска – The Colors. На сегодня это все новости. С вами была Василиса Воробец. Увидимся на следующей неделе.